Перед началом этого видео я хотел бы порекомендовать вам новый сервер по Расту Prime Rust. Несколько интересных модов, вайпы только при глобальных обновлениях, отзывчивая администрация, которая не вмешивается в игровой процесс, частые ивенты с классными, но не дисбалансными призами и никакого доната. Все это ждет вас на сервере Prime Rust. Все ссылки в описании. Черт возьми, такое хуйное место, я чувствую себя пещерным человеком. Да вы пещерные люди, чел! Чувак! Знаешь, че? Посмотри в крафтинг, там есть сетчатая дверь и сетчатый забор. Обалдеть. Ага, фрагменты металла. Блин, может здесь замутим вот тут вот? Давай, 150 вот фрагментов здесь. Металла. Только черт, будем, это дорого. И будем с зона. Эх, Шарик, ты как и я был на цепи. Шарик, хлебал хозяйские харчи. Шарик, ты видел сны? Смотри. Давай. Смотри, готов? Да. О май гуднес! Смотри, открывай я! Я отвечал навести тебя, бро. Запечённый номер 375. Охрененно, да? Ёпты, тут есть тюремная дверь и тюремная решетка. Охренеть, что сделали вообще из игры, блин? А мы чё? Не по 2000 предметов в одну ячейку вмещается максимум. Не по 2000? Ага. А, да, по 10. Здесь, по-моему, на этом сервере, короче, они по просьбе игроков, типа, сделали, что этот, что типа 10 тысяч стак. Что такое в правом нижнем углу написано? Мему, мему, наконец-то. Ты, блин, прочитал бы ты какой-то француз и прочитал на русском. Сука, блин. Не знаю, там написано, типа, всякая фигня. Сейчас я сделаю себе патронов, ладно, Сань? Да делай, что ты меня спрашиваешь. Нет, ты, в смысле, сделаю патронов, ты подожди, и гол потом. Угу. Чё ты меня спрашиваешь? Ты думаешь, я тебя спрашивал бы? Чё мне можно сделать, ты псина? Чё со мной происходит? Посмотри быстрее. Где ты? Ты летаешь. Левитируешь. Я Иисус. Ты Иссуле. Фабригас Иссуле. Там чел написал: я нуб, возьмите под опеку. Опеку. Может быть, он имел в виду аптеку? Возьмите под аптеку. Чё ты сделал? Вау, разные звуки. Ну только, блин, аптеку должен быть другой звук, типа такой. Тс-тс. Стёшь? Да. Слышь, Сань, напиши Kit Tools. Kit Tools. Ёб твой, я столько сегодня мучился и собирал все эти ресурсы. Да. А теперь посмотри в инвентарь. У тебя появился лук и стрелы. Окей. You asshole! Еще раз, если я это сделаю. What the fuck? Не надо. Черт, у тебя стрела прям в большом пальце левой ноги. Вау. Я супер меткий, я туда и хотел попасть. Так, Сань, все, я сейчас доделываю тогда себе боеприпасы и можем выходить на охоту. Смотри, читай. Ты медведя чат. Убил? Да, только что. Ты медведя убил? Стрелами? 4 стрелы. Ёб твою! Ты больной? Я сегодня целый день пытался медведя убить. Ни хрена, он меня убивал. С 2 тычек. Чел. Ты какой-то психопат. Все, я готов идти, собирать ресурсы, путешествовать по этому миру. Вау, нега. Двери закроешь, понял? Ну. Ух, какая красотища здесь. Вау. Смотри, что я тебе сейчас покажу. Где? Ты выйди на улицу, я на улице. Где, да. Сюда смотри. Эссол! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ты чё? Ты где это взял? Нашел. Пошли, смотри, что тебе ещё покажу. Пойдем. Давай, видишь, давай. Видишь, гора вот эта. Угу, вот. Угу. На самом верхушке у меня там спальник. Серьезно? А, точно, кстати, это хорошая идея. Рядом спальники, на всякий случай, да, поставить?
Подожди, а пойдем, я тебе кое-что еще покажу. Пойдем, за мной. Я хочу тебе кое-что... А, нет, подожди, стой. Не-не-не, не туда, вон туда. А ладно, забей, это место мега долго, наверное, искать нужно будет. Ну ладно, пойдем тогда в Red Town или что, куда? Да, пошли, там в другой стороне. Охотиться на медведей, я знаю. Охотиться на медведей, лутать Red Town, охотиться на людей. Или заключать союзы. Брачные договоры между королевствами. Ты эссол, что ли? What the... Всё, хватит. Это было близко. Ладно, все, не буду больше. Саня, осторожно! Откуда? Что? Смотри слева. Эй, ты! Твою мать! Быстрее, Сань, помоги мне! Оу, щит, кровотечение, быстро! Ааа, подними меня! Подними! Спасибо! Где мой бинт? У меня что-то выпало. У тебя же шприц есть. Я знаю! А почему волк сейчас? В смысле, вот он. Разлегся тут. Говножуй, блин! Черт. Аирдроп! Сань, аирдроп! Сечешь? Нет. Пойдем, короче, в Red Town. Снизу видишь аирдроп? Да, зеленым загорелся, значит, летит самолет. Сегодня, Сань, аирдроп кидали везде, но только не здесь, не поблизости. То есть, ну, значит, по-любому, сейчас когда-нибудь и должны поблизости кинуть. Поэтому, блин, возможно, сейчас. М? Облака как настоящие. Ну, вообще, прям, я говорю. Это, конечно же, скриншот, но прикольно. Мега нравится. Ты, конечно, скриншот, но прикольно смотришь. Гнус. С топором, честно. Двой! Хочешь пришить, да, друг другу? Что это пролетело такое? Ты хренов, блин, этот чинук. Я Шошон. Ты индеец какой-то, блин, как этот. Топор проебал. Серьезно? Да. Побежали, я уже тут, на аэродроме. Так, я не вижу ни одной бочки здесь. Здесь по-любому есть человек. Самолет. Где? Вон он летит прямо на нас. Серьезно? Вижу. Ну блин, он не скинет здесь. Это ублюдочный самолет. Come on. Ва-ва. Открыл? Открыл люк или нет? Сука. Блин, сейчас стрельну и вообще собью его. Открыл люк. Побежали за ним. Бежим за ним, Сань. Ну блин, 7 человек, сейчас по-любому кто-нибудь туда побежит. Какой-нибудь ублюдок. Сколько у тебя патронов? У меня 10. Да хватит, блин. 11. Давай, кидай, говножуй. Надо, главное, не упустить момент, когда он скинет. Потому что, блин, потом жестко не видно. Будет. Далеко. О, come on! Он даже не пытается его скидаться сделать. Этот говнюк решил себе его забрать. Прикинь, пилот такой, оп, люк открыл, чтобы все увидели, будто он скинул. Километров 15 от нас. Ладно, побежали, пролутаем ангары тогда. Давай. У тебя здесь что-нибудь написано? Где? Где? Вот сзади. Все размыто. Ну да, у меня тоже. Uh-huh. Это текстуры также не накладывают просто. Помнишь, как на том Red Town? Кстати, там тоже текстуры не наложены до сих пор, помнишь? Да. Вот на забор посмотри. Не знаю, может это из-за beautiful графики. У тебя забор размытый? Да, вообще в хлам. Я думал, я про это и говорю. Нет, у меня тоже так. Забей. Да остальное это все нормально. Играть-то можно. Ёпта. На капитана Прайса похож в этой шляпе. Ты? Да. Точно, блин! Нужно выломать пару дверей. Нужен, короче, дождь, потом корабль большой. Сейчас? Да, и двери. Это все, что нужно капитану Прайсу. А, еще и вертолет, который его будет высаживать. На веревке. Все, я забрал у тебя кубок самого лучшего прыгуна на планете. Ой, вот туда. Где трубы? Да, где трубы, это вот.
Говорит, не очень далеко. Там. Да в смысле? Ну посмотри, там, видишь, сфера слева от труб? Она ближе. Эти трубы, они еще дальше, да, они немного дальше. Короче, можно до сферы добежать сейчас. И там на нее можно, кстати, залезть на эту сферу. А я сегодня пытался туда залезть, прикинь. И не залез. И упал, сорвался. Вот, посмотри на эту сферу. Смотри, она огромная. Просто. А, кстати, я вот в этом доме сегодня активизировался. Авторизировался. И на эту сферу, кстати, можно залезть. Вспомни, когда ее только-только добавили в первых обновлениях. Когда все начали переделывать кардинально. Слышишь? Когда ее только-только добавили, она была, ну, как бы обычной серой сферой. На нее можно было на лестнице забираться, помнишь? Ага. Вот, а сейчас мы к ней подойдем, и ты услышишь это. Звуки из ада. Из ада. Из ада. Слышь, а этот, радиация вообще есть где-нибудь? Ну, здесь нету. И в том дальнем Редтауне, ну, который где две трубы, там тоже нету. О, слушай. Oh my god. Слышишь это, да? Слышишь это? А ты встань вообще под нее. Вот сюда. Тут вообще будет жесть. Иди сюда, чел. Нет, я очкую. О, господи. Это похоже на... Будто какой-то, знаешь, подземный комплекс древний-древний, заброшенный. И там обитают призраки. Ой, гон, слышишь это? Ты слышишь? Жесть. Так, ладно, пойдем, я тебе буду показывать, как залезть сюда. Чел. Оно нам надо? Да. А нет, подожди, давай ты не будешь залазить. Давай я залезу, а ты подождешь. Если что, ты меня поднимешь. Пока я не сдохну, окей? Сань. Ладно? Саня? Чё? Ах, сука, убежал. Ты Шошон, ты меня слышишь? Да, блин, попал в него один раз. Не беги за мной, зачем? Чувак, не надо, ты лучше этот. Лучше, да, жди внизу. Или если хочешь, пойдем со мной, в принципе. Но просто если я сдохну, то никто меня не поднимет. Вот отсюда я упал сегодня, смотри. Чел. Будь здесь, будь рядом, ладно? Не уходи. Ага. Так, все, готов? Да. Аллах. Я сейчас чувствую себя этим челом. Успокойся, блин! Джозефом Гордоном Левитом чувствую себя. Вау. Я забрался, чел. Я забрался, я сделал это. Подожди. Походу, тут еще жестче. Ёб твою! Лут есть? Тут не лут. Знаешь, как тут клёво внутри? Нет, не знаю. Эхо. И внутри какая-то хреновина. Это к тебе. Только не этот. Подожди, не сдохни, ладно? Ты ко мне идешь? В смысле, где ты там, мастер? Ну давай, покажи мне. Come on, где ты? Дурак, блин, сдохнешь же! What the fuck? Какого хрена? Вот здесь я как раз таки этот сегодня упал. Ты куда ты побежал, блин? Давай осматривать все аккуратно. What the fuck? Что? Не, знаешь, там безумно Максе люди жили в таких. Серьезно? Ну да. Вот я и говорю, чисто такая, знаешь, постапокалиптическая хреновина какая-то. Нет, не так. Ау! Эхо должно... Чел! А? Иди сюда, чел! Ну-ка скажи что-нибудь. Ау! Слышишь это? Чувак, слушай! Ау! Эхо! Да, я ж знаю, я... Ёб твою! Обалдеть! А я думал, блин, ну не сделаю такого. Вот так, осторожно. Чел, если... О, черт, я чуть не упал. My goodness. Подожди, мы должны, это наша задача. Ой, ёб твою. Хотя, по-моему, здесь нужно подсадиться. Здесь нужно подсадить, чел. Можно отсюда. Мне кажется, одна из досок когда-нибудь провалится. Прикинь, такие, идем сейчас. Провалится нахер доска. Нет, там можно подсадить, чувак. В смысле, можно и так зайти, но можно и подсадить.
Ты думаешь, это испытание не для меня? Чувак, блин! Да можно куда-нибудь идти? Я проверяю. Давай, ты проверяй, если что, я сейчас к тебе приду. Да я прошел, сука! Эй, пошли, это адреналин. Блин, посмотри, блин, вниз, не смотри, главное, ладно. Не смотри. Ты идешь за мной? Да, иду, иду, чувак, иду. Прыжу. О, тихо. Тихо, тихо, не надо! Успокойся, чел, блин! Че за херня? Всем привет. А здесь как? Прыжок. Ой! Все, пойдем, пойдем дальше. А как мы возвращаться-то будем? Это уже не наши проблемы. Будем ждать вертолет, пока он нас заберет. Ёб твою. Аллах! Ты больной психопат! Как ты это делаешь? Какого чёрта? Run, boy, run. Та-та-ра-та-та-ра-та. Go, bitch. Смотри, наверх можно запрыгнуть, нет? Да, можно, можно, можно. Ну нет, пойдем сначала просто. Посмотрим, что тут есть. Ящики, смотри. Точно, да. Чёрт, вайфайская мышка опять затупила. Я изучил большую печь. Ой-ой-ой, смотри, что нашел. Посмотри на меня. Я как этот, подожди. Какой-то, по-моему, фильм раньше был. Там был такой... Она прозрачная показывается? А? Она у тебя прозрачная показывается? Нет. В смысле, в инвентаре на F нажимаю. Был, короче, такой мультик Спайдермен, и там... Да-да-да-да-да-да-да, вот, Спайдермене, точно. Спайдермене эта хрень была. Так, чел, сейчас будет жесть. Да, походу. Чудно. Так, чел. Ёб твою, как высоко! Смотри сюда, смотри. Что будем делать? Ну, давай, давай. Ты что делаешь, блин? Подожди. Ящик! Нет! Ой, все. Ёб твою, ты больной, я тебе говорю, блин, ты какой-то псих. О май гад, Рили, всего лишь... Чё? Чё? Охренеть! Что? Достал, короче, и тут залутался еще одна. Я изучил топор железный. Вау, это круто. Топор это клево. Мне интересно. Как я буду назад? Так, давай, не торопись, не торопись, аккуратно назад. Уф, изи. Да. Так, ладно, что теперь здесь будем делать? Ну, я отвечаю, если я первый прыгну, то я сдохну. Стой, зачем нам туда идти? Пошли, продолжим. Так посмотри наверх, посмотри. Нет, нет, сюда иди, сюда, сюда, сюда иди и посмотри наверх, вон. А, да, выход только оттуда. Да, только сюда нужно идти. Так, чё там? Давай, go. Осторожно, плиз. Чё, это не вариант. Тут уже не долететь. Да как не долететь? Можно долететь по-любому. Мне кажется, это наёбка. Мне кажется, это наёбка. Думаешь? Подожди, давай пройдем там. Да, давай, давай вокруг посмотрим, есть там что-то или нет. Блин, такое чувство, будто мы не в Rust играем, а в какую-то карту, блин. Какой-то типа... На прохождение. Респойт для прохождения. Да. О, блин, а там только... Да, видишь, вообще все это, только один вариант. Видимо, с разбегу нужно прям разбежаться жестко. И подрасчитать как-то, что именно в самый последний момент нужно прыгнуть. Ты псих! Ты больной! Блин, я жопой чую, что я не допрыгну, Соня! Ты там прям нефть под тобой. What the fuck? Ну я прям жопой чую, что не допрыгну, ну не знаю. Ладно, ладно, Саня, я возьму себя в руки. Подожди, подожди, мне нужно туда попасть. Я сделал это. Слева кто-то орал сейчас. Чего? Там слева кто-то орал. Никто не орал. Так, все, давай, аккуратно. Бочка. Ёб твою. Бочку давай сломаем. Что там есть? Посмотри, как это высоко. Вау, стрелы. Момент, что это шла. Ёб твою, мы чё, на самой высоте уже? Почти. Ах. О, ящик ещё. Твою. Ещё ёб ящик. Твою. Посмотри вокруг. Ящика. Это... Сколько? Охренеть, посмотри в этот ящик, чё. Посмотри что, в этот что? Ящик. Oh my God. Серьёзно, вы не зря сюда зашли? Да. Оу! Что это? Тут колье, короче. Пять фрагментов, чел.
6 фрагментов. Тут, короче, Колли в другом. О, ботинки. Спасибо. У тебя что-то выпало. Это мои старые ботинки. Вонючие. Колли и этот, знаешь, ведро поломанное на голову. А, ну, ну, только одень его. Или ты будешь капитаном Прайсом? Ой, изучить, изучить. А, окей. Так. Все, нужно смотреть наверх. Ой, смотреть вокруг. Иди сюда. Ёптво, интересно, кто-нибудь вообще сюда забирался? А, тут еще, еще выход какой-то. Как слезть-то? Отойди, отойди, я тебе покажу. Ты левитируешь. Ты левитируешь. Так. А, oh, really? Можно было, по-моему, так сделать. Нет. О, ой-ой-ой. Как? Пройти здесь? Окей, okay, так. О, еще бочка. А! Что такое? Подожди, бочка, бочка. Я рискну. Подожди, oh. Стой, стой, не рискуй, подожди, подожди меня. Смотри на, смотри, 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 смотри. Лил. Где ты? Что? Скатился. Куда скатился? По бочке. Вот, я внизу под тобой. Серьезно? Да. Геологический заряд нашел. Подожди, чувак, сейчас я. Геологический заряд. Хм. Окей. Эй! Пистолетный патрон. Чув. А, все, все нормально, все. Так, куда ты скатился еще раз? Просто скатись. Сейчас покажу. Вот здесь? Стенки, короче, да, на это. Сейчас, подожди, где ты? Ой, ёптвою, это же... А, вижу, вижу. А тебе ничего не было? Нет. Просто скатись, чтоб... На контроле только. Давай, давай, давай. Ёпта, тут же упасть можно, чел. Да иди, не бойся. Не надо, нет. Вот так, да. Все. Фуф, все, ладно. Не надо, нет! Я хотел прыгнуть. Всё, вниз пошли. Все, вниз идем. Лол. Смотри, на... На тех пошли бочках вот тоже какой-то лут есть. Стой, куча иди бочек. Со мной, со мной. На тех бидонах. Пойдем вот там, вот видишь, там вот этот ретаун. Да, сейчас главное не рухнуть. Ими можно стену есть ломать. Все, 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 идем. Вот сюда сегодня Санья не забрался. Я попытался. Ой, 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 ой. Чуть не упал, чуть не упал. Допрыгнул? Я только до конца к стенке подойди, и не надо прыгать, просто пройти можно. Изай! Блин, ну это классное, да, вообще строение? Да. Ну то, что они придумали его. Прям супер классно. Не-не, нам надо было наверх. Ты че задом-то поднимаешься? Туду-туду-туду-туду-туду-туду. Что ты? Психопат, блин. Попрыгун. Эй, зачем ты... А, окей. А, это специально, да, для того, чтобы этот... Спуститься оттуда. Все понял. Подожди, подожди, а тут же ящики. Что ты не собираешь ничего? Да я что-то пропустил. Банк фасоли. Банк фасоли! Вон, на той бочке, Сань, которая рядом. Еще одна. Сань. Да-да. Там куча всего. Надо туда зайти. Там три бочки стоит. А, это такие бочки. Щит, нига. По-моему, по-моему, вот так. Вроде. Нам надо найти дорогу. Да, вроде сюда, вроде. Да-да. Да-да-да, вон там домик. Окей. Ресурс не будем собирать пока, потому что у нас куча всего. У тебя, кстати, какие у тебя уровни? Сбора ресурсов. Вудкатинг, чё у тебя? Да, вот упал, опять выдал, вот опять выдал, пёс! Такой... Медведь! Куда ты бежишь? Алло! Бей его! О, чёрт! Чёрт, почему он не сдыхает? Вот the fuck, уже 5 стрел! Блин! Блин, мочи его, мочи, а потом резь... О, черт, он меня убил! Он меня убил! Ты что, да! Ты мертв! Да! Сколько лут! Он меня убил! Чел, возьми самое основное и потом сделаешь ТП ко мне, окей? Блин! Какого ч... Я думал... Блин, я с такой же пушки стрелял когда-то в медведя. What the f... Кукуруза выросла.
С такой же пушки я стрелял в медведя и убивал его с одного раза. Почему сейчас? Почему сейчас я вообще почти ничего не нанес? Может, потому что ему в жопу стрельнул? What the... Ты что, блин? Гидрофон какой-то у тебя. Ты знаешь, как будто ты этот, подводный ныряльщик. Древний подводный ныряльщик. Так, в ящик все кидай сюда. Чел. Все, что мы налутали, в ящик давай. Руза. Проросла. Так, 5 камней, 5 пороха. Патронов вообще куча у нас сейчас. Блядь. Че ты? What the f? Оу, щит! Ты че за мной-то за меня сразу забежал за спину и меня толкнул вперед. Сюрда, руда вылетела. О, это знаешь, о чем говорит? Помнишь? Тут можно же эту ставить. Штуку, которая сама будет добывать. Она здесь не поместится. Да, но она здесь не поместится. Но зато мы узнали, что вот здесь вот такие вот можно добывать. Зато вон... Держи! 5 камня, 5 металлических фрагментов у меня досталось. Охренеть. Тут вообще мощные ресы. Забирай это дерьмо. Забрал это дерьмо. Сейчас сделаю патроны. Ёб твой, 28 патронов сможем сделать. Даже не 28, подожди. 35 патронов сейчас будет, чел. And now. А, 17. Все, заграбастал. Holy shit, nigga. What the f? Блин, все, прекращай, блин, ты сейчас спалишь наше местоположение. Ты ключа на выход. Так точно. What the f? Ил. Все, у нас есть оружие, у нас есть берлога. У нас есть 3 кодовых замка. Нужно будет потом на двери их поставить. И мы, Саня, прошли с тобой. А можно сейчас на эту дверь поставить? Нет, нельзя, надо будет ее снести потом. Ну, вообще, как-то, по идее, можно замок снести, но я не знаю как. В общем, мы прошли с тобой то... как это назвать? Испытание? Гнусня! What the f... Ты что сейчас сделал? Я сделал бы... Ты охуел! Поднимай меня, сука, поднимай! Как? Е, зажимай на мне. Все. Вот твоя пушка укатилась. Пушка укатилась! Чел, все, прости. 3 хп, а А как ты... А ты в меня же стрельнул, почему я не сдох? Чувак. Я вот так стрельнул, быстро отвел прицел и на тебя назад. Чё? Теперь ты понял, да, что со мной шутки плохи? Что ты сделал? Ты убил меня сразу в хэт! Сразу в хэт! Зачем ты это сделал? Что? Где я? Ты! Иди сюда! Убирай ствол, пока не исчез. А где он? Где? Да где ствол? Где ствол? Ты говнюк! Подожди, дай забрать. Окей? Да, блин, ты меня еще пристрелишь нахер! Не надо, чел, кстати, я здесь резнуться не смогу. Really? Да. Потому что часто нельзя резнуться. Серьезно, Сань. Asshole, bitch.